Управление Роспотребнадзора по Чувашии запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности молочной продукции. До 4 февраля специалисты ведомства готовы ответить на вопросы жителей республики о требованиях, которые предъявляются к молоку, а также рассказать, что делать, если в магазине вы обнаружили просроченные продукты. Звонки принимаются по будням с 9 до 12 и с 13 до 16 часов по телефонам 58 50 79, 56 46 66, 56 29 01.